Десятка! Так. Ну, начнем. Я не знаю. Я не знаю тоже. Тогда начнем. Ну, это десятка. В принципе, без разницы. Итак, Диана Портнова, Казахстан. Десятка. Диана Пертанова, Казахстан. Камила Азамова, Казахстан. Камила. Камила, ждем тебя на нашем подиуме. Вивиана Сатури, Армения. Город Москва.
Ярки аржет мне кич танжет, батьканы гоша вытаса и кусанцинга чаржи. Стоит бы помучить их, но поскольку... Да мы все уже хорошо помучили. Да. Лучшие четыре. Итак, лучшие четыре красавицы конкурса «Мисс СНГ 2022». Беларусь! Екатерина Волченица! Встань сюда, наверное, да? Вы же так репетировали. Одна есть. Эми Махитарян, Грузия! Третья у нас... Эстония! Совсем не низенькая. Абсолютно. Слушай, как ты смотришься? В принципе, красиво. При всем уважении. Сегодня, к сожалению, я не в номинации. К сожалению. И Диана Бертанова, Казахстан! Диана Бертанова, Казахстан! Мы близки к финалу. Может быть, у нас сейчас появится Наири или Рубина на сцене прекрасного комплекса. Слово предоставляется режиссеру-постановщику дефиле. Господин Аванесян, пожалуйста. Добрый вечер, Мария Рикова. Добрый вечер. Я поздравляю всех участниц, абсолютно всех участниц. И вот именно я хотел бы сказать, что я был на гастролях во Франции, и когда мне позвонили и сказали, что в Армении пройдет мисс СНГ, я был очень счастлив. У меня было такое настроение, я вдруг понял, что как красиво жить по-настоящему рядом с тобой. Такие красавицы, смотрите на всех абсолютно. Я попрошу вот, чтобы открыли вот место для всех, пожалуйста, одна вот здесь посередине, все туда. Туда. И за это время, как мы занимались, это было совершенно по-иначе. Вот первый вопрос. Я хочу сейчас вот на сцене автор всего этого проекта, прекрасный человек, вот, у которого возникла вот именно такая идея. Я приветствую, спасибо за то, за участие в этом проекте. Это было великолепно. Я благодарю, я поздравляю. С первого дня я сказал, что каждый из вас уже выиграл, потому что вы участвуете уже в этом проекте. Девушки, я поздравляю, целую и обнимаю. Будем скучать. И передаю микрофон. Спасибо. Шамакалцун, Барна Варсян, Евна Ирина Саканяна. Ирина, ну торжественное слово, конечно, за тобой, понимаешь? Ну, я буду говорить на армянском. Говори. Извините меня, девушка. Хотя девушки уже не понимают на армянском. Девочки, вы все молодцы. Я начал тоже говорить, что для жюри очень тяжело, серьезно, очень тяжело. Не можем сказать, что кто-то не должен победить из нас. Все хорошие.
Но конкурс есть конкурс. Все равно придется одному. Так, мы дозываем вице-мисты. Сейчас называйте вице-мисты. Мы называем двух вице-мисс. Третье место. Вице-мисс. Третье вице-мисс. Екатерина Пшенцева. Екатерина Пшенцева, третье место. Беларусь, мне кажется. Вторая вице-мисс. Вторая вице-мисс. Это у нас Эстония Калина Низенькая. Ваши аплодисменты, друзья! Пару хазмана садзе кагерне. Пару хазмана садзе кагерне. Эли чурмэка банану. Хамустанова. Йод хамари. Патвернерен чуму йод хамари. Йод хамари. Седьмой номер. Кто у нас седьмой номер? Кто? Седьмой номер. Кто? Ой, красавица. Тебе букет. Анонимный. Пороха змаля садзек тагерна, че? И... Ваши аплодисменты. Итак. Итак, одна из них станет мисс СНГ 2022, я так думаю. Мисс СНГ 2022. Вот, да? Посмотри внимательно. Эми Мхитарян, да? Грузия и СССР Казахстан, Диана Перфанова. Вот. Ну? Обед, ну ты же... Давайте мучить, ну это же формат. Формат мучения. Давай, мучай. Не все прекрасны. Мы мучаемся уже. Назови это имя. Я не знаю это имя. Я читать не умею. Итак, победительница конкурса. Мы назовем, давай место назовем, одна из них всегда стоит и плачет. Это прям драма какая-то. Мы не назовем того, кто победил, мы назовем второе место. Хочешь так сделаем, чтобы было мучительно больно? Давай, называй второе место. Давай. Второе место занимает... Второе место занимает... Мусима! Первая! Она всегда первая. Второе место занимает... Грузия Эми Мхитарян! И, естественно, Диана Казахстан становится... Тяжело будет, давай. Твоим ногам. Ну давайте, коронуйте нашу королеву.